Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Феномен, и можно сразу сказать, что это видео никак не связано с Хардстоуном. Это просто пилотный выпуск новой рубрики «Феномен одобряет», где я буду делиться с вами своими впечатлениями, например, об играх, фильмах, мультфильмах, или просто их вам рекомендовать, такого рода мини-подкастики о разных темах, о разных случаях, возможно, ситуациях, и, в общем, приступим. Так как это пилотный выпуск, то я хочу вам порекомендовать посмотреть свежий адовый мультсериал «Мистер Пиклз», который был снят для телеканала Adult Swim. Но это что-то наподобие русского канала 2x2. Мультик о обычной семье Гудманов, которая живет в обычном городе, и все у них прекрасно, но раз уже это мультик, то тут не так, все просто. С ними живет милый песик Коли по кличке Мистер Пиклз, который милый только для тех, кто его приручил. Ну хотя деда он тоже особо недолюбливает, как и все живое в их городке, ведь на самом деле Пиклз настоящая псина из ада, которая по ночам проводит сатанинские обряды и всячески терроризирует всех, кто встанет у него на пути. Так вот, если вы любитель мультов наподобие Family Guy или Южного парка, хотя ближе всего к мистеру Пиклсу подходит мультик Бриклберри, кстати, у которого начал выходить новый сезон. И если в Бриклберри еще есть какие-то грани, то тут у создателей просто снесло башню. Но чтобы не спойлерить серию, я просто предлагаю вам посмотреть пилотный выпуск, который идет всего лишь 10 минут, в принципе, как и все серии. Ссылочка на него в описании. Ну и на этом все. Если вам понравилась новая рубрика «Феномен одобряем», жмакайте лойсы, подписывайтесь на мой канал и на мой паблик ВК. И всем пока!